Вы сейчас делаете такие вещи, чтобы с нами считалась власть, чтобы нас власть уважала, чтобы нас, к нам власть прислушивалась и так далее. Вот. И мы предлагаем делать революцию с ним. Вы поймите, не революцию. Здесь присутствует, потом докладывают вышестоящие там разные структуры. Революцию слова убедите, революцию с ним. Вот со всеми нашими проектами, то, что мы хотим, что хочет народ нашей большой могучей родины. Ну а президент и его правительство пускай делают революцию с ним. Мы будем уступать, а не сверху, мы с ним. На таком-то рубеже мы встретимся и посмотрим, кто чего больше добьется. Регламент нашего сегодняшнего мероприятия будет следующим. Значит, докладчик у нас сегодня будет один. Это будет доклад Олег Григорьевич Чевашов, президент Академии политических проблем докторно-исторических наук. И после этого будут у нас обсуждения и выступления. По окончанию принятия решения на выступающие, значит, есть предложение до 7 минут. Достаточно будет? До 7 минут. Работу закончить без перерыва где-то в 19 часов. Нормально? После этого будет краткий перекус. Все заходите в трапезную, и там перекусим. И после этого закончим данную работу. Все те решения, которые сегодня будут приняты на нашем мероприятии, значит, мы их обработаем в комитет, доведем до вас, до всех в электронном виде, ну и до, будем доводить, как я сказал, и до президента, и до правительства, и до всех остальных государственных структур. Вот с таким регламентом, как бы все согласятся. Отчетного президиума сегодня не будут, но мне нужны будут два помощника. Во-первых, я исправляю за офицерское собрание, предлагаю рабочий президиум Верховного Атамана Союза Казаков России Народного Павла Филипповича. И один из представителей легионов, это Нечипоров Александр Викторович, председатель Комитета безопасности ОБРА. Силовиками я себя дружу. Вы знаете, если честно говоря, да, я знал, что придет очень много народа, но мы не делали рассылки, мы приглашали на расширение заседания, но смотрели на раз прибывает. Уже более 150 человек. Значит, тактическую обстановку у нас ведет Чевашов Леонид Григорьевич. Пожалуйста, снаряд. Добрый день, товарищи офицеры, уважаемые гости. Передаю привет из Киева от Союза офицеров Украины. Они сейчас тут подпольно. Вижу микрофон, слышно. Не слышно. Может, микрофон не включен. Петров, включен? Хорошо. Итак, мы 17 февраля обсуждали ситуацию вокруг России, внутри России, в преддверии президентских выборов и звучали, знаете, да, звучали надежды, что вот сейчас изберем Путина, он поменяет правительство, поменяет курс развития страны, и мы заживем счастливо. Не все этот оптимизм поддерживали, и мы видим, что мы получили.
и получили то, что обязаны были получить, потому что есть объективные причины, на которые даже Путин повлиять не может. Итак, давайте посмотрим на структуру общества нашего и власть. И вот главное, две главных структуры, жестко конкурирующих между собой. Первое, я отношу вот этот олигархат или корпорацию этой государственной корпорации, этой частной корпорации, которая держит, ну, как бы, экономику страны. Причем, когда мы говорим о государственных корпорациях, надо внимательно посмотреть, какому государству какая доля принадлежит. Вот сняли лозунг. А раньше включаешь телевизор, газ и билборды, что ли, эти висят. «Газпром» – наше национальное достояние. А посмотрите акционеров. 28% – это Bank of New York. Так, чье национальное достояние? Дальше мы будем говорить вот о корешах и так далее, кто имеет государственную долю в составе там 51%. Так что назвать государственные сложно. Итак, вот первый сегмент или компонент нашего общества и государства – это корпорации, связанные коррупционными связями, связанные между собой общей политикой, в том числе и социальной, и они же формируют и состав нашей власти. Не на 100%. Не на 100%. Второй сегмент – это путинское сообщество кореша, с которыми он пришел сначала в Питере, там где-то в ЧК, с которыми он пришел во власть. Ну, не сразу пришел, но инкорпорировал их во властные структуры, отдавая часть экономики, часть богатств и значительную часть властных структур. И вот эти два сегмента нашего общества, они формируют власть, и никто другой. Они конкурируют между собой, дерутся, но и политические партии здесь же и окружение Путина, здесь и администрация и так далее. Мы вот прежнее правительство анализировали и порой удивляемся, ну почему, значит, вот там Кубава, кто такой появился, откуда Голодец, почему сейчас на Триконе и так далее. Откуда там Дворкович появлялся? Я не помню, говорил я 17-му, но раньше я всегда говорю, Шувалов — это страховой бизнес. И чем выше он поднимается, тем роль этого бизнеса, ну, становится более наглой и так далее. Ну, тот же Дворкович, Косицкий, капитал господина Берлазара и всех прочих. Ольга Голодец, вот ей безразлично, каким вице-президентом, премьером быть. Она иногда вспоминает, ой, да я же по социальным вопросам, сейчас опять будет вспоминать, потому что она представляет вот эти монополии Потанина, Прохорова и так далее. Итак, кроме там трех-четырех министров, может быть, сегодня, это представители вот этих двух сегментов нашего общества, и они же узурпировали власть, политические партии, депутатский корпус, и они определяют политику. И поэтому, когда мы говорим, а почему нефть там растет, цене растет цена на бензин или на газ, почему растет? Да потому что вот представители законодательного
федеральном законодательном собрании, вот, в двух палатах, правительстве все, они лоббируют интересы своих корпораций, своих кланов, которые их поставили. По-другому не будет. Третий сегмент. Это то, что мы называем народ. Это мы с вами. Это учителя. Это медики. Это госслужащие. Это работники даже частных и государственных, и частных корпораций. И так далее. Те, которые не допущены вот принятию решений и, конечно, дирижу вот этих финансов и так далее. Здесь и офицерский корпус, наш военнослужащий, собственно говоря, и так далее. И вот мы здесь прикидывали, это где-то составляет 30-35 миллионов человек. Но удвойте, даже утройте с членами семей, это вот как раз этот социум, тот, который тянет экономику, обучает там детишек и прочее, прочее, прочее. То есть тянет Россию. И это тот объект, из которого сосут все соки вот эти два верхних как компонента. Ну и есть еще четвертый. Его по-разному называют, ну, где-то маргинальный, наверное, неудачный, наверное, я неудачный его писал. Это беднейшие слои населения, бабушки стоящие там, просящие копеечку на булочку хлеба. Это пенсионеры, в том числе и те, кто брал Берлин, кто делал победу, они сегодня нищие. Вот. Это, конечно, как раньше говорили, люмпен пролетариат или деклассированный элемент, алкоголики от безысходности, наркоманы, это мигранты и так далее. И это тоже очень-очень большая когорта нашего населения. Вот такова структура общества и такова структура нашего государства, и такова у нас власть. И вот вопрос встает, а кто такой Путин? Я вот много лет вот изучаю его, патриот ли он России, хочет ли он сделать Россию великой, или хочет он просто войти таким руководителем, после которого будут Медведевы там, Грефы, которые еще хуже, и он будет мечтать о нем. Вот я не берусь вот дать однозначную оценку. Или же в этом раскладе сил наверху, он просто регентирует грабеж России, ограбление населения, вымирание страны. Посмотрите, он дает, что надо. Скоро будет 132 миллиона. Не верит, я не верю тому, что он говорит, растет там продолжительность жизни, рождаемость и так далее. ООНовская комиссия, вот буквально свежие данные, что у нас скоро будет через 25 лет 132 миллиона. Ну что там и Крыма, и мигрантов, и так далее. Вот, поэтому говорить о том, что у нас хорошая или плохая власть, вот, не следует обратить внимание вот на сегмент, обозначенный красным цветом. Этот сегмент не выполняет третью статью Конституции. Да, нет механизмов, но есть принцип, где говорится, что единым носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. И Володя Ненужного здесь стеснят, Владимир Петрович, например, стесняться в революции снизу, сверху. Есть статья в Конституции. Народ осуществляет свою власть, свои властные полномочия. Как непосредственно, так и через систему выборных органов. То есть вот они полномочия есть у нас.
Вот. И вот мы видим, какую политику сегодня, возьмите любую сферу. Мне близка, я профессор в двух университетах, мне близка система... Плохо слышно. Плохо слышно? Да, уже вроде... Мне наиболее близка сегодня вот эта сфера образования и науки. Посмотрите, как относятся к будущему вот эти вот два сегментно властных, осуществляющих власть и проводящих политику. Отношение к науке. Науку сначала отдали, вдумайтесь, Минпромторгу, Министерству промышленности и торговли. Отдали науку, Академию наук подчинили туда все. Потом вроде смотрят, наверное, эти торговцы, нечем торговать, все уже, что можно было, вывезли из научных знаний и технологий, отдали Минобр, науки добавили. Сегодня опять поделили это министерство, и опять наука. И кто возглавляет сегодня министерство науки и высшей школы, высшего образования? Никогда финансист, который никогда ни часу не преподавал, наукой никогда не занимался, и чем он финансист по профессии и по образованию, чем он будет заниматься, ну, остается только гадать. И вообще на состав правительства посмотрите внимательно. Я еще не до всех докопался. Есть ли хоть один серьезный организатор производства? Недоученный юрист-премьер, больше всего в мире в составе правительства вице-премьеров, они так вот корешей вот этих собирают, вот. И этот ты попал, значит, там, Мутко, ну уж везде был, ну все развалил. Тот идет к Путину, мы же вместе, фотографии показывают, вот, санаторий, там, с Собчаком, вместе и так далее. Ладно, придумаем вице-премьерский пост. Еще кому-то, вот таким образом они осуществляют, мне кажется, вот это формирование, кадровое формирование. Идем дальше. И поэтому вот я фиксирую, что во главу угла проводимой правительством и президентом политики ставятся интересы корпораций и кланов. Именно на них, на обогащение, на прибыль работают. И так далее. И вот то, что я говорил вам, ну здесь можно подчеркнуть, вот, что вот в этом составе сформированного правительства Владимир Петрович говорит, нет ничего хорошего. Может, хорошее, потому что, на мой взгляд, клановики сегодня преобладают над вот этим олигархическим корпоративным сообществом. По-моему, член клана. В том числе и такие, как Севченко, Миллер, они сегодня к клановикам относятся. Вот, может быть, надежда какая-то возникает. А теперь что грозит России? Да, там есть НАТО, есть там эти конфликты, вокруг нас военные базы. Это не главное. Главное то, что мы разрушили свою историю, разрушили свое государство, разрушили и продолжаем уничтожать традицию, нашу духовность. Ну, сейчас вроде боевые, там, трудовые подвиги чуть-чуть поднимают и так далее. Но именно вот это главное, что мы не знаем, вот на какую историю определяться. Вот, наверное, кто-то знает в школе, но мне говорили, вот мы в Воронеже там проводили конференции, говорили, а как учителю учить историю? Дают в школе 5 учебников, разных по истории. Мне говорят, а вы сами там определите тогда. Вот это вот мы базу
своей цивилизационной и духовной народной сущности разрушить. Второй момент. Я рекомендую сейчас, там убирают, но все равно в интернете выступление этого главного алкоголика и главного исторического преступника Отечества Ельцина в Конгрессе США 1992 год есть в сокращенном варианте, но послушаем. Когда этот алкаш взял вину всю за беды человечества на себя. Жупел коммунизма, разрушающий человечество, несущие войны там и так далее, разрушил. То есть Советский Союз, это жупел и так далее. И ругаем русофобии и так далее. Главный русофоб вот этот подонок, которому музей ставят, которого там почитают и так далее. Вот. Это вот мы взяли всю вину на себя устами вот этого алкаша и тащим все это. Не можем отвергнуть. Понемножку общество отвергается и так далее. Третья угроза. Вы знаете, у нас нет своего собственного проекта. Мы не знаем, какой мир нужен России. У Петра был свой проект видения, какой должна быть Европа, каким мир. У Александра Третьего был проект, да у всех государей там. У Сталина был вот каким мир, и мы участвовали в этом строительстве. Какой мир сегодня хочет Россия? Ну, говорю, многополисть, а что это такое? И значит, мы встраиваемся, ну, начиная от второго исторического подонка и преступника Горбачева, который в рамках одной операции уничтожил результаты Второй мировой войны, а этот Ельцин уничтожит тысячелетнюю историю и государство наше. Вот. И вот с тех пор мы пытаемся влезть в чей-то проект, мировой проект, не имея собственного. А значит, всегда будем колонии. Каковы внутренние у нас угрозы? Буду краток. Вы понимаете, вот как мне представляется, мы сегодня находимся все в депрессивном таком состоянии, в ощущении собственной незащищенности, ни на улице, ни в политике, ни в бизнесе, вот здесь предприниматели есть, знают, что находимся в ощущении вот такой сплошной незащищенности, страха какого-то и так далее. Мы живем и что-то делаем, нам Путин и вся эта пропагандистская машина, значит, вещает, что мы там что-то сделали, лучший в мире президент, сейчас оказывается правительство лучше, но мы не знаем, что мы строим. Каждый из нас, наверное, сарай какой-нибудь хоть строит, знал, что он строит. Для чего? Какой-то проект имел и предназначен. Что мы сегодня, какую Россию строим, не знаю. Не знает наше население, особенно молодежь, я работаю со студентами. Понимаете, вот жизненных таких установок. Ради чего? Чего он хочет в будущем? А он не может сказать, потому что не знает, а какой страна будет, какой мир будет там. То есть некая бесперспективность перед нашим молодым сообществом. Ну, что-то частное имеет, может бизнес, может все и так далее. И вот еще одна беда внутренняя, что, ну, сегодня вот я увидел статистику, что среди долларовых миллионеров у нас 75% уже не граждане России. И устремленность вот у многих активных граждан и молодых прежде всего, это уехать за границу, получить там гражданство, встроиться в чужую жизнь.
Ну, вы, наверное, помните, когда Джордж Буш-младший был президентом, приехал, и с Путиным они были в Петербурге. Вот. И он там торжественно заявил, благодарил Россию и президента, что ежегодно 100 тысяч молодых специалистов из России пополняют Соединенные Штаты Америки. Сегодня о числе там не говорят, но цифра не уменьшается, а увеличивается. С кем остается Россия? Идеологические вызовы какие? Ну, во-первых, у нас запрещена Конституции идеология, а значит, идеи какой-то государственной быть не должно. Поэтому мы ходим по кругу, что-то делаем и так далее. Нет целеполагания в России. Значит, если нет своей идеологии, а такого быть не может, чтобы не было идеологии. Ну, это сложный вопрос, но, значит, мы подчинены чужим идеологиям, я ниже скажу. Если у нас нет идеологии, поверьте, у нас не будет союзников. Партнеры по бизнесу могут быть, партнеры еще где-то там, союзник там по временной какой-то вот ситуации, но такого долгосрочного, духовного союзника, стратегического союзника быть не может. Ну и, конечно, нет, естественно, идеи, которая бы объединяла, как мы наблюдали в Советском Союзе. Не знали, что такое коммунизм, но строили. Видели, какого человека воспитывать, какая социальная структура общества там была. То есть объединяло, что такое комсомол, который столетие свое празднует. Это величайшее в истории человечества явление. Величайшее. Мы его вот не исследуем. Мы проходили сейчас... Мне довелось позавчера там участвовать и так далее. Вот. Но это величайшее явление, потому что была общая идея, объединяла и духовность, энтузиазм, все это присутствовало. А вот посмотрим, давайте, что происходит в современном мире. Америка. Идеология. Мир по-американски делаю. Латинская Америка. Боливарианский социализм гуляет. Гуляет. И Симон Боливар для всех латиноамериканских стран, этот испанский генерал Баск. В Европе есть идея там, что Европа это общий дом и так далее. Исламский мир сейчас вот ищет идеи. Ну, великий халифат, это, наверное, не получится, но есть идеология своя. Вот. Индийская идея, идеология, даже Япония, я уж не говорю о Китае, идеология о владении миром есть и так далее. И только мы вот в этом сообществе вешаем знак вопроса. Ну, что выбирать нам сегодня, не буду говорить, наверное. Вот у нас профессор Багдасарян исследовал за последние 25 лет, как менялся идеологический сектор. Доминировал 90-е годы либерализм. Либерализм. Порядка 33% вот этого идеологического мирового сектора либерализм. И видите, упал почти на 3%. Социал-демократия где-то примерно держится на в том же уровне там, то стресс, то снижение и так далее. Вот. Но два сектора идеологии, они серьезно вырастают. Это социализм с национальной спецификой, не совсем по Марксу. И второе, это национальный консерватизм. Приверженность традиции, почитание своей истории, там, предков и так далее. Вот таковы идеологические пристрастия. Ну, это я вот повесил для того, чтобы запутаться и самому, и вас запутать. В России сегодня
Ну, по сути дела, вот нет предпочтений какому-то там типу идеологии. Ну, Путин объявил патриотизм. Но патриотизм – это следствие, знаете, идеологии, а не первооснова. Вот. Ну, там, демократия, кто не против демократии. Вот такой этот опрос проводил там Левада-центр и так далее. Вот такой разброс. Пока не предложено, может быть, в силу запрещенности конституционной и так далее, не предложено, значит, какая-то. И эта задача предложить идеологии не правительству. Я студентам моим говорю, что они когда ссылаются там на Медведева, я говорю, вы поймите, вы в три раза грамотнее вот, членов правительства, студенты мои. Что от них там ждать? Вот, наверное, интеллектуальное сообщество должно предложить. Потому что 91% россиян по опросам считают, что государственная и национальная идеология должны быть. Вот запрос общества. И этот запрос к нам, товарищи офицеры, товарищи генералы. Ну а здесь я хочу показать, что идеология присутствует, и причем зримо, и причем доминирующая идеология – это либерализм. Но в двух типах. Путин демонстрирует либерально-демократические идеи, но правительство и вот эти сектора либерально-криминальные, либерально-олигархические, как удобно. И основная мотивация в этой вот идеологии, включая и бессмертный полк, вот этих поддержки ветвей власти, это сохранение, это самосохранение. Сохранение во власти и, конечно, сохранение вот своим непосердным трудом нажитых капиталов. И вот взглянуть на мировую ситуацию. Очевидно, что сегодня есть американо-центричный Запад и Китай-центричный Восток. Вот это уже биполярность сложилась. И здесь мы видим, обостряется уже торговая война, наращивание военной напряженности здесь все наблюдает. Ну и есть остальной мир, в котором блуждает и Россия. Остальной мир пока. Но вот чтобы на что я просил бы обратить внимание, что это не только два государства, две сверхдержавы схватываются между собой. Америка, почитать инаугурационную речь Трампа, его предвыборные и так далее. И там читается, Америка захвачена, что ли там, колонизирована еврейским финансовым капиталом. И именно вот радикальный иудаизм, особенно хасидского, типа, особенно секта Хабад, именно они везде проводят линию о богоизбранности этого народа и о контроле над всем миром, причем не скрывая, жестко относясь ко всем, как там по-разному называют, вот. Не только гоями, да. И в Китае тоже есть стержневая нация – ханьцы. Это те, которые формировали и сохранили 7000-летнюю историю. И они сегодня определяют политику Китая. И именно там родилась, и товарищ Си Цзиньпин реализует, идея, опять же, ну, вы знаете, в основе поднебесная между небом и землей, значит, они на всех сверху смотрят. Срединная империя, все остальное это варварское пространство и так далее. Вот. То есть тоже вот эта мечта о мире. И вот здесь вот обратить внимание нужно, что схватились и две идеологии. Социализм
и последний октябрьский прошлого года съезд КПК подтвердил социализм и ничего другого. С китайской спецификой. И, естественно, вот капитализм его вдик, или глобализм, вот со стороны вот этого еврейского финансового интернационала сегодня проявляется. Я это говорю не для того, чтобы наблюдать, как эти два тигра будут драться, а посмотреть, а с кем мы, и если внимательно почитать, и даже немножко между строк, доклад Си Цзиньпиня, товарища Си Цзиньпиня, и резолюцию съезда партии последнего, то прочитывается, что те страны, которые являются капиталистическими, они, по крайней мере, являются недругами Китая. Мы кто? Думаем. И бегло социально-экономический результат. Критикуемые, как мы сейчас же, мы цветем день ото дня, благодаря родному президенту и правительству, расцветаем и так далее. Вот объективные данные исследователя. Институт стратегических экономий Александр Иванович Авеев. За застойные 25 лет до 90-го года экономика СССР выросла в 2,5 раза. На уровне развития науки, образования и так далее. За 25 лет после этого мы выросли аж на 4%. Здорово, да? А в натуральных показателях, это есть тоже выдающийся экономист, много лет возглавлявший Госкомстат, Росстат Василий Михайлович Семчера. Вот он публикует в журнале «Изборский клуб», что мы в натуральных показателях производства на 2018 год составляем всего лишь 40% от РСФСР 90-го года. Вот. То есть падение примерно с половиной раза. Там мы при застое 2,5 раза внесли, здесь падает. Экономика наша не носит системного характера, не развивается как система. Отдельные очаги, типа вот Крымского моста, еще где-то, это подается как великие достижения там и так далее. Вот. Но на фоне несистемности развития экономики мы имеем системную, включая властную коррупцию. Вывод капиталов за рубеж, системные техногенные катастрофы, давайте Кемерово вспомним, до этого там хромую лошадь и так далее. И системные наводнения, ежегодно повторяющиеся, пожары лесные и так далее. Нас когда-то учили в Академии военной, что с операцией можно справиться только операции, не партизанщины. С системой можно бороться только с системой. Вот, к сожалению, так. Ну, средний класс в российском обществе, как основа любого государства и общества, он у нас сегодня не существует. Потому что настоящий средний класс, вот в том сегменте, который я красным обозначал, там и предприниматель, производитель, предприниматель, там и профессора и так далее, те, которые в советское время относились к среднему классу. Вот. Сегодня мы видим, в каком состоянии находится. Вот. Это тоже проблема. Вот. Ну и вот я, Александр Иванович Агеев, это последний номер журнала «Изборский клуб». Мы попросту вошли в рабство. Он дает анализ, что действительно мы вроде работаем, нам платят там какую-то зарплату и так далее, но доказывает этот выдающийся экономист, доктор экономических наук, что мы рабы перед немногими вошли в рабство. Для примера, вот свеженький, посмотрите, факт. Я взял газ, потому что
Мы самые большие обладатели газа в мире, стучим себя в грудь. Что мы добываем газа, снабжаем Европу, Китай, всех. Вот, пожалуйста, кто у кого покупает газ? Вам не видно? Ну, скажу, Украина, куб газа стоит 3 рубля 72 копейки, это я для президиума. Беларусь 2,68 рубля, Казахстан 2,16, Россия аж 5 рублей 25 копеек за куб. И также бензин, но я взял по нефти, мы где-то там на 3. Да. По всему. И хочу затронуть еще один вопрос, потому что в правительстве появился министр по цифровой экономике. И сейчас цифровая экономика. Это вот как повесили какой-то маячок, вот она, спасение наше, и так далее. Ну, во-первых, вот эта дурь, когда что-то появляется и бросаются все, значит, вот, потом или полной фикции, или как было, вот мы, старшее поколение, помним с ядерным оружием. Ядерное оружие, ракеты и Хрущев, все. Резать самолеты, топить корабли, все. Ядерное оружие спасет. Мы помним, вот учились в академиях, там училища, особенно в академиях. Любую операцию эти рисуем, яйца, ядерных ударов, попасть. Везде все ядерное оружие решает. Увы, да, стали догонять. Так же и с цифрой будут. Ну, во-первых, это не наши нам навязывают. И все, что Запад нам несет, надо внимательно изучать, что-то брать, но не бросаться, встраиваться в эту систему. Во-вторых, я ниже покажу. Значит, положение догоняющее. Она не принадлежит нам. Не принадлежит цифровая. Мы способствуем развитию этой своим включением, но она нам не принадлежит. Основные доходы за рубеж. И новые технологии, они просто усилят внешний контроль, управление и, я бы сказал, возможность катастрофичности. Мы испытаем на себе и уже испытываем. Тренировки главное киберкомандование США проводят. Вот, что и расплатиться не сможем в магазине, и зарплаты перечислять, и так далее. И вот в каком положении. В каком положении мы находимся, посмотрите. Вот сегодня вот современные технологии, особенно средства управления, вот посмотрите, значит, верхние и нижние сектора, и вот то, что наши отечественные технологии, то, что говорит импортозамещение, мы даем и с востока, и с запада, нас сдавливают новыми технологиями. Большинство, почитайте, информационных систем сервисов, это американцы, производство станками, нефтедобычи, транспорта на 99% уже Запад. Пользовательские устройства или американские, или китайские, произведенные там по лицензии, под американским оперативным управлением находятся. И отечественные системы госуправления, даже армия, спасибо господину Сердюкову, сегодня сидит на натовских системах управления. Ну, правильный сценарий, конечно, вот рисуют тут наши экономисты, что нужно иметь хотя бы мощную треть сектора новейших технологий, это отечественные, и которые совмещаются со старыми технологиями. Ну и кто хозяева этой цифры, посмотреть нужно. И так далее. И я только обращу внимание вот на второй пункт. 11 сентября 2001 года теракт организованный, понятно кем там, в Соединенных Штатах, и проталкивается патриотический акт.
Это все дают себя там проверять, контролировать, прослушивать и так далее. Обязаны доносить там и так далее. Ну, вроде прошло, там стали возмущаться и так далее. Сейчас этот патриотический акт, значит, заменен актом о свободе, но то же самое, контролируют и так далее. Я уж не говорю, кого не контролируют агентство национальной безопасности и так далее. И все эти структуры несут данные о правительстве, обо всем и так далее. Вот такая ситуация, и я завершаю именно тем, что вот эта цифровая экономика сегодня по составу даже правительств, посмотрите, у нас финансисты, юристы, я уже говорил, там во главе стоят, и плюс вот эта цифра. Это контроль за всем и за каждым. Автор и вот этот таран, который проталкивает вот эту цифру, это господин Греб. В интервью каналу НТВ, он за бокалом коньяка, значит, говорил о нашем народе, что, а если там вопрос за вас не проголосует, он кто? Эти не проголосуют. Как он нас там назвал? Это быдло не проголосует, да мы заставим и так далее. Вот. Это вот что, контроль будет тотальный за бизнесом, за каждым человеком и так далее. Второе, что вот эта цифра, особенно уберизация вот эта, вот, она снимает ответственность с власти, с чиновников и даже с представителей бизнеса и уже сплошь и рядом. Вот. Почему там вот я заказ сделал, заплатил и так далее? Извините, мы ни при чем. Это компьютерная, это система не сработала. То есть снимается персональная ответственность. И третье, может быть, самое главное. Устраняется индивидуальность человека. Личность устраняется. Понимаете? Я уж не говорю, филологи знают, что мы уже за 25 лет треть словарного запаса потеряли, что здесь добьют русский язык. Спасибо за внимание. Олег Юрьевич, хотел вам вопрос задать. Вопрос? Да. Что должно произойти в России, чтобы власть повернулась лицом к народу? С места. Третья статья Конституции. А для того, чтобы власть повернулась лицом к народу, нужно, чтобы народ осознал, что он народ. Что он есть Россия, а не вот эта вот голытьба духовно-нравственная, которая там наверху. И они будут вот действовать так, как мы позволяем. Грабить будут так, как мы позволяем. Посмотрите, вот это нужно нашим социологам, психологам задуматься. Что случилось с нами? Посмотрите Европу. Взяли пол Европы, диспетчера там это остановили воздушное движение. Остановили. Им там где-то недоплатили или пытались. У нас вот сейчас на 8% вот после инаугурации Путина подняли сразу цены на бензин. Кто-нибудь возмутился? Поэтому стать народом, вот этот сегмент третий, который я рисую, нужно организовать. И причем нужна политическая организация, которая будет иметь свою национальную идеологию, свое мировоззрение глобальное. И которую поставят цель. А цель должна быть одна. Взять власть. А там уже каким путем там и так далее. Но власть ради чего? Только ради того, чтобы вот народ определял свое будущее и настоящее. Вот и все. А тут писать письма Путину там. Это... Спасибо, Николай.
якого присідається Нічипорок Олександр Вікторович Сідерський, комітет безпеки. І ще один. Давайте я буду називати фамілії, якщо називаються чини, звані, ранги, то буде довго. Нормально? Не забігу, що ви. Слушай, нормально? Да. Уважаемые друзья, коллеги, уважаемые товарищи, я хотел доклад вам прочитать, но надеюсь, что вы поймете, что мы занимаемся общественным контролем сегодня на протяжении 15 лет. Хочу поблагодарить в первую очередь Леонида Григорьевича Ивашова, потому что в 2002 году, когда делали Державный Союз России, мы тоже в этом участвовали. Хочу поблагодарить в первую очередь Владимира Петровича Петрова, потому что у нас сегодня за то, что у нас есть возможность объединить усилия для нашей патриотической работы. Ну, я, наверное, начну с того, что с 93 года я был сопредседателем партии «Спортивная Россия». Вот. Но по причинам, что патриоты никого не нужны, в 98 году пошли на выборы, нам сказали, что спортивный признак профессиональной принадлежности, будьте добры, поменяйте название. Меняли название «Народная партия России единая». Опять в 2002 году вышел новый закон о политических партиях. И, соответственно, нам сказали, вы не пройдете, потому что есть уже «Народная партия Райко», есть «Единая Россия», как бы уже зародыши, ну и несколько еще других концепций. Ладно, поменяйте название. В Минюсте проводил собеседование, проводил с администрацией президента собеседование, нам опять сказали, вы не пройдете, потому что патриоты нам не нужны сегодня. Вот у нас есть либеральное общество. Вот с 2003 года мы думали, как создать организацию, которая не имея политического статуса, не могла влиять на процессы. Ну и за основу взяли общественный контроль. Соответственно, в 2005 году мы зарегистрировали Общероссийский союз общественных объединений, общественное движение «Спортивная Россия». Когда начали работать на территории, основные цели – это безопасное проживание граждан территории России за рубежом и целостность российского государства. Когда начали работать на территории, соответственно, получилось то, что общественный контроль никому не нужен, потому что он влияет на коррупционные процессы, уже конкретные связи, и чтобы дальше двигать, это нам говорили, как вы нас будете проверять. Я говорю, подождите, будем как-то потихонечку проверять. Вот. Соответственно, в 2006 году были зарегистрированы авторские права на бренд-комитет безопасности России. И в 2010 году мы на основании федерального закона 82 об основах общественного контроля, вернее, федерального закона 82 о политических партиях, о политических общественных организациях зарегистрировали Комитет безопасности России без образования юридического лица. Потому что в 2011 году организация общественный комитет был ликвидирован решением Верховного суда. Вот. Как работаем на территории? Самопиар. Не пиар. Конкретные предложения. Конкретные предложения. Объединить усилия всех для работы, для совместной работы. Значит, с нами разработана полностью система. Валерий Петрович, нарушение регламента. Обсуждение доклада уже было объявлено. А мы что слушаем? Они что, не могли послушать? Берегите наше время. Хорошо, берегу. Значит, я предлагаю. Значит, предлагаю вот что. Стыдно про самим должно быть, они себя восхваляют. Что это такое, Сандер? Давайте приступим к обсуждению доклада. Я предлагаю конструктивное решение. Кстати, скажите, кто это говорит? Я не слышу. Я говорю. Да, ваше предложение. Ваше предложение. Мы вас слушаем. От вас предложение. Внимание, товарищи. Давайте все успокоимся. 7 минут было определено, да, 7 минут он будет вкладываться. Но осталось 2 минуты. Предлагаю объединить усилия общественного контроля. На территории работаем уже на протяжении третьего года. Объединить усилия всех граждан, которые проживают на территории России. То есть в рамках субъекта федерации, в рамках муниципальных образований. Потому что механизм общественного контроля уже разработан. Сегодня можно говорить хоть что. Но контролировать органы власти мы должны. И сегодня
скажем, у нас 50 регионов есть, но надо укрепиться. И для того, чтобы в каждом муниципальном образовании были именно те структуры, которые смогли действительно что-то поменять, объединиться в единую структуру. Вот мое предложение. Создать орган. Создать орган. Какие вопросы ко мне будут? Товарищ офицер. Вопросов нет. Спасибо за внимание. Коллеги, давайте мы вот немножко сейчас по-другому еще раз говорим. Вот, значит, мы пришли к правильному рассуждению доклада. Так или нет? Да. Но в то же время мы же говорили, что каждая структура или каждый руководитель, он должен предложить свои какие-то варианты. Вот товарищ, который выступал на Чапурух, да, он предлагает, что 25-го, мы не дослушали, 25 июня в городе Челябинске они проводят научную конференцию по созданию вот этой системы, по контролю за властью. И он вас сегодня должен был всех вас пригласить туда. И кроме того, он на базе Московского одного университета проводит обучение делегатов, да? Экспертов по этому. Давайте мы терпимо будем до конца выслушивать человека. Хотя какой-то может быть разумно какие-то интересные вещи будут. Слово представляется Верховного Товарного Союза Казаков. Здоровья Павлу Филипповичу. На него кричать не будет. Приготовиться будет товарищу Гусарову. Уважаемые коллеги, уважаемый президиум Леонид Григорьевич, выслушал очень внимательно ваш доклад. Конечно, положение и не впечатляет, и не радует. Вот вы правильно остановились на том, что у всех были программы. Почему мы? Мы все это должны были ожидать. Никакой программы перед выборами мы не увидели. Ее нет. Я, честно скажу, я тоже езжу. География Союза казаков очень большая. От Курил до Приднестровья. Действительно, все ждали смены правительства. Вот все. Везде один и тот же вопрос смены правительства. И в этот момент, когда назначили, я получил, ну, честно скажу, 1000 звонков. 1000 звонков получил по этой смене правительства. У нас есть опыт богатый. Вы назвали царей. Богатейший опыт. Как и что делается. Я приведу, что вот мы сегодня говорим о либерализме, о криминальном, демократическом либерализме. Идеологическая война идет с 15 века. Вот начало идеологической войны с Русью. Это так называемая новгородская ересь. И величайший царь, которого мы, казаки, почитаем, любим, Иван IV Грозный, он очень хорошо понимал, это величайший дипломат, политик, но на том отрезке времени не было равного ему, ни как дипломатов, ни как государей. Был такой агент Штаден немецкий, который долго находился здесь у нас в России, потом бежал на Запад, написал программу, как завоевать Россию, но он честно описал Ивана Грозного. Он сказал насчет Ивана Грозного, это действительно государь, самодержец. При нем установилась единая вера, единая мера и единый вес. И все, что он не прикажет, все исполнится. И все, что он не запретит, все будет под запретом. Вот сегодня нам это и надо. Чтобы вышел указ, он исполнился. Чтобы если что-то не запретят, все это должно быть, но этого мы сегодня не видим. Второе, он очень хорошо понимал, потому что либерализм и тогда гулял, и очень сильно, в душах людей.
Мы иногда понимаем под опричиной, не всегда понимает правильно, что это вот определенный воинский отряд, задачу. Нет, прежде всего это была территория. И внимательно посмотрите, территория изолированная. Территория, которая духовно сильная. На этой территории находились сильнейшие и крепчайшие монастыри, откуда давали чистую воду. Откуда шли государственные служащие. Что мы сегодня видим? Мы ничего не видим, правильно говорят. Да? И то, что утекает, я вот не понимаю, то, что в Америку мигрует каждый год выпускники, но сегодня некачественный выпускник нашего высшего учебного. Любой доктор наук, любой скажет, что качество образования, качество диплома сегодня, ну, не то. На 10 порядков ниже, чем то, которое было, допустим, в 50-х годах. При том количестве сокращенной высшей математики и русского языка, литературы. Сегодня мы, когда говорим, вот, выделение денег, часто слышим, вот, вы не выделили деньги на социальные, а мне пугает вот это выделение денег. Почему? Когда нет единой веры, меры, веса. Выделение денег — это просто распил. Выделили. Ведь сегодня никто ничего не контролирует. Никто не контролирует следствие. Я поразился, был вот знакомый мой на суде. Ему меняют воровство. Он руководитель организации. Имеет государственные награды, полковник, ветеран, 76 лет, больной раком, социальное ориентированное предприятие, ему меняют, что он украл. У организации. Организация дает справку, ничего не воровал. Представляете, человек дает такая, у нас ничего не украл, он под арестом сидит. Потому что никто не контролирует ни следствие, ни государственную безопасность. Прокуратура номинально на сегодня ничего не контролирует. И мы сегодня и триллионами будем давать на развитие, никакого развития не будет. Предложение ваше. Распил. Я, честно скажу, вот остановлюсь на словах Леонида Григорьевича. Действительно, нам надо выполнить вот третью статью Конституции. Есть два человека в истории. Почему так сильно в истории проходит, бьют по двум? Это Иван Грозный и Сталин. Потому что вот в их действии, в их мышлении, образе жизни и в их действии, в их планах все изложено. Вот мы сегодня остановились, Леонид Григорьевич сказал, коммунизм. Ельцин назвал его вообще мировым злом. Мы все знаем итоги Второй мировой войны. Мир освободился от колониального рабства. Мир, лопнула колониальная система. Все государства получили что? Свободу. Но недолго. Опять они все попали в рабство, понимаете? Поэтому сегодня первое. Надо нам всем отказаться от навязанного нам образа жизни. Ведь нам навязывается все. Навязывается мышление, образ жизни, культура навязывается, понимаете? Вот сегодня мы должны впервые вот встать и сказать, вот почувствовать себя человеком. Просто почувствовать. Вот в детстве я вам приведу пример. Я вырос в Средней Азии. В детстве я хорошо знаю, что можно знать от того человека, вот мы ориентируемся, религиозность, какой религиозность. И мы уже знали, что от него можно ожидать. Почему? Это воспитание. Да, честно скажу, к определенному боялись ходить даже. В гости заходить. Почему? Потому что так нас учили. А к другим мы знали, что там, да, он воспитан, и мы сегодня должны воспитать, вот, воспитать. Почему? Единая вера позволила Ивану Грозному создана, через не прошло 100 лет мы оказались здесь, на Аляске. Это позволила единая вера и исполнение всех указов. И 100 лет не прошло, мы уже на Аляске оказались.
Поэтому сегодня задача первая направленная, потому что, ну ничего, требовать деньги дать, я вам привел пример, к чему приведет. Требовать того иного вам назначить министра, ну, какой прорыв мы можем в какой-то, будем так говорить, области. Ну, вот назначили Мутко, да? Вот представляете, у меня люди говорят, страшно квартиры будет покупать. Как спорт развалится. Ну, и правильно, анализ показывает, что, допустим, на сельхозяйство ставится юрист, к примеру, на медицину ставится артист. И так вот на все министерства, отрасли, да, ставится человек обязательно не специалист. Что мы хотим? Поэтому сегодня единственное это довести, и чтобы каждый, вот действительно, только организация, только сплоченностью можно что-то требовать. Одиночка, ничего, одиночки, вот каждый месяц мне приходит 10-15 писем, просьба, отбирай бизнес, помогите. А сегодня мы должны осознать, и осознать не ради себя, а ради детей будущего, вот поколений. О том, что что-то надо делать, потому что, ну, если еще лет 5, я так, прогнозы, через 5 лет уже ничего мы не сделаем. Все. Спасибо. Я думаю, следующий выступающий скажет нам, что мы должны сделать, чтобы выполнить третью статью Конституции. Я так понимаю. Если кто-то готов здесь 158 человек ответить на этот вопрос, он будет выступать вслед за Гусаком. Записки читайте, которые вам передали. Вадим Петрович, читайте записки, не просто так это. Рожденный порядок. СССР. Уважаемые друзья, коллеги, товарищи. Конечно, вызывает беспокойство такой фактурный, подкрепленный цифрами доклад Леонида Григорьевича. Я солидарен полностью с этим докладом, с теми тезисами, которые там обозначены. И не только потому, что считаю его своим учителем. Вот. И есть что добавить, но Леонид Григорьевич говорил, всегда надо смотреть шире. Как говорят, если бы у Клеопатры нос был чуть-чуть короче, то ход истории пошел бы другим путем. Поэтому даже небольшие какие-то... Вопрос будущего России. С повестки дня вопрос, быть или не быть России, я думаю, снят. И снят, ну, может быть, с какими-то оговорками. Тема эта, значит, богата и обильно неизвестными, но три совершенно очевидных величины, которые определяют наше будущее, они есть. Какие? Первое, как и чему мы воспитываем молодежь, то есть будущее поколение. Второе, способны ли мы локализовать негативные и даже вражеские действия нашей элиты. Третье, способны ли мы объединиться для достижения высоких целей. В поисках решения и в поисках ответа нам поможет ответ на вопрос, а кто мы? Обозначу очень кратко и тезисно. Мы наследники и творцы великих побед и достижений, причем несущие свет мирового православия. Мы проектанты и строители величайшей империи, которую строили не на деньги, а в основе которой заложено три важных составляющих – вера, дух и знание. Мы архитекторы и конструкторы политического устройства, ну, последние, может быть, три, от капитализма
творческому и созидательному социализму обратно в местечковый коррупционный олигархизм и уверен, убежден, что следующий шаг – это обновленный, испытанный на прочность социализм. Почему социализм? Потому что мир поставлен в такие условия, когда капитал, глобализм уничтожит все человечество. Либо социализм занимает позицию и место капитал глобализма и спасает мир. Другого и других альтернатив нет. Это последняя сверхзадача, которую надо будет решать. Социализм с трудом прокладывает дорогу. Значит, нельзя сказать, что... Но есть какие-то отдельные элементы, ростки. Опять я говорю с оговорками. Он не приходит сразу, утром проснулись и на улицах социализм. Но, тем не менее, стали проявляться некоторые важные его индикаторы. По состоянию на этот квартал, 70 с лишним процентов собственности находится под контролем государства. Я не говорю пока, чьей собственности. Если он раньше был вообще отвязан, то сегодня свыше 70%, 72% все-таки находится в руках и в управлении государства. Указ. Очень важный, считаю, пункт. Мартовское послание президента страны Путина. Там были показаны серьезные успехи в оборонных направлениях. Но за кадром осталось одно особо важное обстоятельство, которому никто не придавал значения, вернее, большинство не придавало значения. Все это исполнялось в государственных КБ, в государственных НИИ, на казенных и государственных предприятиях. Одновременно показали состояние, мы знаем, состояние нашей экономики и состояние вот новой техники и новых вооружений, которые, значит, разрабатывались в государстве под государственным патронатом. Как говорится, имеющие уши услышат, глаза увидят, а голову осознает. Я скажу другое. Значит, поставленные президентом цели практически, значит, ни у кого не вызывают, значит, либо отторжение. Но ни у кого не найдется, значит, нет таких противников, которые, так сказать, против качественного улучшения образования, здравоохранения, культуры. Никто не станет открыто, значит, возражать против активного роста экономики. Все это, кстати, заложено в указе президента, значит, который был от 7 мая этого года. К слову сказать, значит, национальные цели, как элемент достижения конкретных результатов, были провозглашены впервые. Без цели любой ветер попутает. Итак, значит, возражать против этих целей на этом этапе, признавать себя врагом. У созидательных и ясных целей просто врагов не должно быть. Это аксиома. Итак, вот хочу обратиться в президиум, чтобы протокольно рассмотрели те выводы, которые я хочу озвучить. Выразить неудовлетворенность составом правительства Российской Федерации, уже показавшим собственную несостоятельность и угрозу поставленным целям, угрозу исполнения поставленным целям. Второе. Согласиться, значит, с целями, заявленными президентом. Они все идут на созидание. Обеспечить консолидацию
солидарных сил привлечь ученых-специалистов для разработки гарантированных и прочных способов их достижения в кратчайшие сроки с минимальными затратами. В любом случае, Россия вновь становится великой, ее будущее решается сегодня. Спасибо. Товарищи офицеры, уважаемые гости, значит, у нас должен был присутствовать сегодня в нашем собрании Михаил Иванович Ножкин, но по состоянию здоровья он прибыть не смог, поэтому он нам прислал свое послание. Давайте послушаем внимательно, может быть, даже стоя. Окровавлена совесть и честь, ошельму мгновенно. Всюду хаос да стон, да разлом, да тревога, да мрак. Как же так, как же так, как же так, господа офицеры? Почему же в России такой, извините, бардак? Почему на себя мы все меньше и меньше похожи? Почему так стремимся чужую личину надеть? Почему мы не братьев, а недругов видим в прохожих? Почему так боимся друг другу в глаза поглядеть? Потому что когда-то так дружно рассудку не вняли, а поверили лживым пророкам, фальшивым речам. И заветы отцов, идеалы свои разменяли, в торопях растащили отечество по мелочам, потому что забыли предали Господа Бога, потому что готовы друг друга продать за пятак, потому что ушли далеко от родного порога. И назад возвратиться не можем, не можем никак, потому что так долго врагам ослабляли подпругу, растеряли друзей, а взамен никого не нашли, потому что когда-то не встали горой друг за друга, а напротив, когда горой друг на друга пошли. Потому что за страшный развал нашей милой России, за жестокие муки, за боль, что стерпела она, до сих пор ни с кого, ни с кого до сих пор не спросили, не назвали народу преступные их имена. Ходим, блуждаем в кошмарных душевных потемках, как чужие идем по родимой своей стороне, по великой и вечной дороге от предков к потомкам. Вместо тройки заветной летим на троянском коне, а в глазах опустевших, как в зеркале, душек пустые. Я такой без слез не понять, не принять не могу. Где ж вы слава и доблесть и честь незабвенной России? На каком рубеже задремали, на чьем берегу? Господа офицеры, да что ж вас не слышно, не видно? Онемели, ослепли, оглохли вы, что ли, навсегда? Безразличие ваше к отечеству, ах, как обидно! Ведь Россия была офицерством горда и тверда. Господа офицеры, пора из окопов подняться, из себя обрести и за стенки души разломать, и раздоры забыть, и грядущим проникнуться, братцы, и, собравшись в Единую Россию, с колен поднимать. Снова представляется Парнашу, готовится Чаплин. Все удовольствия.
Пожалуйста, потише. Кримин Алексей Валерьевич, общественная организация «Честь и Родина». Но я, во-первых, очень рад приветствовать всех присутствующих в этом зале, офицеров, генералов, представителей общественных организаций, активистов и представителей духовного сословия нашего. Очень важно, что сегодняшний зал полон, собралось около 200 человек. Это говорит о том, что мы формируем сегодня, 25 мая 2018 года, формируем общество общей судьбы как альтернативу тому, что творится сегодня в России. Вы знаете, несколько дней назад израильская певица Нетта одержала победу на конкурсе Евровидения 2018. Это значит, что в следующем 2019 году этот конкурс Евровидения пройдет в новой столице Иерусалима. Вот у меня простое предположение, что в следующем году выиграет некий трансвестит из Голландии. Да? Вот какова будет реакция всего исламского мира на это? Ведь уже очевидно, и мы все понимаем, что идет искусственное натравливание всех мусульман к атаке на Израиль. И Трампу сегодня нужна война, чтобы сдуть пузыри на фондовых рынках. И уже открыты два театра военных действий. Информационный театр военных действий «Войны смыслов» и дезинформационный театр военных действий «Войны нервов». И Кремль, судя по сдаче Ирана и последним атакам израильской авиации по иранским формированиям, вполне может поддержать Соединенные Штаты Америки. И Армения, как пример, которая уходит под зону влияния США, как будущий плацдарм против Ирана. Вот эта вся внешняя кремлевская антиамериканская риторика, это и есть дезинформационный театр военных действий, войны нервов. Кремль давно лежит под США. Давно, друзья мои. И подтверждением этому как раз является состав нового старого правительства Медведева. Накопительная часть пенсии России размещена в США, и выручка от всего сырьевого экспорта находится в США. Идет последовательная сдача России сегодня. Сегодня все, что происходит в нашей стране, это результат управленческого дефолта. И необходимо менять и экономическую, и политическую модель. И плавно переходить к президентско-парламентской форме правления, когда правительство будет назначать парламент на основе политической конкуренции, на основе честных выборов, на основе сменяемости власти, диалога с народом и построения социальных лифтов, прежде всего для молодежи. Сегодня стравливаются славяне. Стравливаются белорусы, украинцы и великороссы. Идет мощнейшая пиар-кампания по демонизации России и русофобии. И вот эти дельцы-торгаши, которые занимают верхние этажи управления, они же пытаются решить три задачи. Первое. Стравить и демонизировать славянский этнос. Второе. Перевести все платежи на безналичную форму расчетов. И присвоить все ресурсы России, прикрываясь санкциями и антисанкциями, в результате чего олигархия богатеет, а все остальное население нищает. Богатые богатеют, а бедные беднеют. Но это же очевидно. После девальвации рубля 2014 года, вместо того, чтобы развивать реальный сектор экономики, реальное производство, сегодняшнее правительство довело экономику до рецессии. Объем производства сегодня падает. Мы продолжаем закупать импортные материалы, продукты, машины и так далее. Даже соль закупаем, которая у нас полно. И все это мы производили до недавнего времени сами. Кредиты стали недоступными, экономическая активность падает, розничные цены сегодня в стране растут. В стране начинается экономическая разруха. И за последние 5 лет у нас в стране было закрыто 365 крупных заводов. Отменено 130 поездов дальнего следования, отменено 600 электричек. Крупнейший авиаперевозчик Трансаэро банкрот, ЮТЭР банкрот, Аэрофлот в предбанкротном состоянии. Разорилось 170 туроператоров. И в стране всего, по факту, 9 регионов-доноров, а в 50 регионах страны сумма долга превысила сумму их годового дохода. Бюджеты сельских поселений сформированы всего на 35%, местные налоги все изъяты. Все это делается, друзья мои, с подачи «Единой России» и по законам, принимаемыми этим новым старым правительством. С введением налога на недвижимость по кадастровой стоимости аренда увеличилась в 2, в 4, в 6 раз.
И это привело, мы это все видим, к разорению 300 тысяч малых предприятий по всей стране. Импортозамещение в стране сегодня тормозится, поскольку вся внутренняя торговля отдана иностранцам, которые не пускают на свои прилавки отечественного производителя. При этом колхозные рынки закрываются. Фермерам продавать продукцию сегодня некому и негде. А бабушка, которая продает яблоки или помидоры у своего подъезда, может быть схвачена полицейскими и осуждена на 6 лет за незаконное предпринимательство. Из-за увеличения земельного налога в 10 раз резко сократились посевные площади по всей стране. Безработица растет, вместе с ней растут доходы олигархов и зарплаты чиновников. Не прекращается вывоз капитала из страны банками и крупными корпорациями. Накопительную часть пенсии не хотят возвращать в страну, поскольку она размещена в Соединенных Штатах Америки. Посмотрите, после введения санкций импорт из Европейского Союза в Россию сократился, да, сократился на 40%. В то же время импорт из стран СНГ, которые санкции не вводили, также сократился на 40%. А импорт из США сократился всего на 29%. Даже есть периоды, когда импорт из США в Россию растет. Вы понимаете, Кремль сейчас все золотовалютные резервы вложил в американские ценные бумаги. Около 100 миллиардов долларов вложено, вместо того, чтобы эти деньги направить в производство и в сельское хозяйство. Они нам санкции, мы им деньги. Совсем уже с ума сошли. Официальный сайт Центра избиркома администрируется из Соединенных Штатов Америки. Все министерства, я скажу сейчас, что делать. Все министерства, включая Центробанк, находятся под контролем аудиторских компаний Соединенных Штатов Америки. Все золотовалютные резервы России размещены в Соединенных Штатах Америки и в Евросоюзе. Вся внутренняя торговля принадлежит иностранцам. Россия, друзья мои, фактически сегодня является колонией США. Посмотрите, из бюджета разворовывается ежегодно более 1 триллиона рублей. И вот эти дельцы-торгаши, они же отменили 93-ю статью. Это ответственность за хищение госсобственности. Они отменили и 92-ю статью. Это ответственность за злоупотребление служебным положением. Сегодня в России нет никакой ответственности за хищение госсобственности и разворовывание бюджета. За украденный миллион орден почета, за украденный миллиард орден за заслуги перед Отечеством. По делу Васильева и Оборонсервис украдено из бюджета 6 миллиардов рублей. А компании Евгения Пригожина сегодня поставляют в нашу армию питание. В 2015 году они поставили питание в армию на 1 миллиард евро. В 2018 году эти суммы снизились, конечно. Но Министерство обороны сегодня недовольно, что существуют частные параллельные компании, военные компании, фактически частные вооруженные силы, которые не поддаются никакому контролю со стороны Минобороны. И так далее. Ничто не провоцирует так социальные конфликты, как чувство неравенства и несправедливости. Да, что необходимо делать? Вот я здесь подчеркиваю. Сегодня необходимо сокращать имущественное неравенство. Сегодня необходимы законы за злоупотребление служебным положением, за незаконное обогащение. И новому правительству необходимо обеспечить достойную жизнь гражданам. Вернуть, наконец, независимость судов и обеспечить права и свободы граждан. Поэтому мы, собравшиеся в этом зале, говорим, что надо сделать сегодня в стране. Первое. Необходима конституционная реформа. Необходим плавный переход к президентско-парламентской форме правления. Необходимо поддержать средний класс и вернуть имущество. И нужно сохранить территорию и предотвратить распад страны. Человек должен сегодня стать гражданином, который формирует эту власть, а не подданным, который получает подачки от власти в обмен на отказ от своих гражданских и политических свобод. Поэтому, я уже заканчиваю, новому правительству сегодня, Медведева, необходимо в конце концов осознать, что нельзя построить новый дом из одних обломков старого. Нельзя что-то сегодня осмыслить нового в рамках старого концептуального аппарата. Поэтому в России за последние 27 лет реализована философия временщиков, которые поставили перед собой только одну задачу – развалить и утилизировать Россию. Модернизации, которая открыла бы России новые исторические горизонты, при нынешней гнилой элите так и не произошло. Модернизация и не думала начинаться, как и обед у Винни-Пуха. Поэтому те, кто промахнулись сегодня, они должны уйти хотя бы в запой ненадолго. Поэтому у меня основное предложение, мой лозунг, я заканчиваю на этом, мой лозунг следующий.
Человек – это гордое, чистое и бесстрашное существо, способное на подвиг. И к власти сегодня должны, друзья мои, прийти молодые, должны прийти на молодые новые политики, которые как раз, значит, выведут нашу страну из этого тупика, в который завела эта элита. Молодые политики не будут бояться умереть сегодня, и в то же время они будут обречены на победу и добьются триумфа. Эти молодые политики не будут воспринимать ложь как миф и правду, покрытую ложью, и они обязательно придут в Россию и победят рано или поздно. За военных. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, огромная радость сегодня вас видеть. И очень радостно, что ключевые темы обсуждаются смело, без всякие оглядки на звонки и на прочие сигналы из некоторых наших органов власти, которых у нас слишком часто боятся. Мы создали некоторое время назад такое сообщество «Русская миссия», и мы в нем нащупали несколько сценариев развития России. Почти все они плохие. Это застой, который уже идет, это революция, которая неизбежно следует за застоем. Застоя без революции не бывает. Это хаос, который следует за застоем без революции. Это внешнее управление с оккупацией и расчленением страны. Я думаю, что планы вот такого действия, в том числе связанного с взятием под контроль нашего ядерного оружия, давно существуют. К сожалению, они не так уж сложны при реализации, если ослабит власть и ослабит народ. Еще один сценарий – это диктатура. Иногда она может быть удачной, но мы знаем, что безраздельная власть обостряет грехи человека, и эти грехи могут стоить жизни большого количества невинных людей. Так вот, всем этим сценариям можно противопоставить, по-моему, с вами только одну вещь. Начало ответственного диалога о будущей форме правления, о будущей форме государственного устройства. Я бы попросил, может быть, это зафиксировать. Нам нужно сегодня добиваться созыва либо нового конституционного собрания, или учредительного собрания, либо нового земского собора, по крайней мере, органа, который имел бы полномочия и власть обнулить ошибки 1991 и 1993 года. Это катастрофические ошибки. Вот у нас сегодня есть элиты, сформировавшие в том числе руководящие круги в экономике, есть элиты, которые представлены в правительстве. В этих элитах нет людей, ни одного человека, который бы мог системно оспорить ложку модель капитализма и западного типа демократии. Нам нужно, чтобы был создан общенациональный орган, который мог рассмотреть все варианты развития России от монархии до парламентской республики, все варианты развития экономики. Без этого ничего не будет, поскольку слишком сильно зацепилась за власть, за политическую систему та элита, которая бесспорно должна уйти, я об этом говорю в течение нескольких лет. Как докричаться, как преодолеть силу вот этих духовных предателей, которые сегодня составляют наши элиты? Писать письма бесполезно, здесь совершенно правильно было об этом сказано. Я провел около 30 лет в бюрократии, церковной, но отвечал за взаимодействие между бюрократией и светской. Письма бессмысленны. Иногда бывают полезны публичные и уличные акции, конечно, они должны быть медленно и законными, но они отмечаются и влияют на разные рейтинги, губернаторов и так далее. Но этого мало. Очень важна, принципиально важна, самой, наверное, важной сегодня является информационная работа. Мы знаем, как блокируются острые темы на телеканалах, мы знаем, как управляются СМИ, мы знаем, как невозможно практически становится пробиться в информационное агентство с посланием, которое не устраивает ключевые элитные фигуры, но сегодня есть хорошие способы донесения нашего послания до большого количества людей. А донесение послания значит изменение
обстановки в стране. Вот то, что сегодня было сказано, к сожалению, я слышал только в одном зале, может быть, еще прочтут и посмотрят эти выступления, эти идеи, несколько десятков тысяч человек в интернете, но есть техническая возможность относительно дешевая донести эти идеи до десятков миллионов людей, и значит, перешибить всю эту уже умирающую телевизионную реальность 5 или 6 или 7 кнопок, перешибить всю эту реальность информационных агентств и очень серьезно изменить отношение наших людей к тем темам, которые сегодня обсуждаются. Только нужно освоить новый язык, не бюрократизированный, не общий. У нас есть люди, которые готовы слышать, и нужно им передать великие смыслы имперской России и Советского Союза. Передать новыми средствами, через трехминутное видео, через лозунг, через образ, песню, фильм, рассказ о примере. У нас есть такие примеры жизни. Вот буквально несколько дней назад пожертвовали жизнью за защищение прихожан храма в Грозном два полицейских из Саратова, православные и мусульмане. О них сегодня почти молчат, но о них нужно сегодня было поговорить и по телевидению, и в каждой школе, как раньше говорили о Егорове и Кантаре, русский и грузин. Грузины знали победы над Рейхстагом, но точно так же сейчас православные и мусульмане пожертвовали собой, чтобы спасать людей от террористов. Если мы сможем через собственные информационные каналы сказать о таких примерах и о многом другом, никто нас не победит. Правда сильнее любой бюрократической игры. Правда и правдивое слово мощнее любой гадкой интриги наших элит. Почему они боятся выхода в СМИ тех людей, которые сидят в этом зале, в частности? Потому что у них нет аргументов. Шарит трус. Им совесть подсказывает, что они не правы и в прямой дискуссии им нечего будет сказать. То есть они уже проиграли. Они уже никто. Вот нам нужно добиться того, чтобы слово «правда» звучало, и я думаю, что вполне в наших силах организовать несколько хороших видеоканалов с хорошими дискуссиями. Это не стоит много денег, чтобы доносить до людей то, что мы хотим сказать. Успехов всем, добрых дел. Слово представляется товарищу Леонову, который за представителю Молдавии, благородного. Вот пока идет товарищ Леонов, ответьте мне на такой вопрос.